Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Ну, Сегодня без причмокивания. Опять, господи, ты достал. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю жульен с крабовыми палочками. Да, дорогие мои. Не с грибами, а с крабовыми палочками. Вот крабовые палочки у меня. Сыр твердый. Что там у нас? Сливки, стаканы, паприка. И духовка нагревается. Бьем. Вот я не кокосницы взяла, а вот формочки такие, разовые формочки для кексиков. Берем 200 грамм палочек. У меня тут сыру тоже пойдет больно. И будем нарезать наши крабовые палочки. Маслом я не буду смазывать наши формочки. Ну, вот как-то так я захотела. И сюда же мы высыпаем. Дорезала я наши палочки. Как раз в аккурат вышло по две палочки на каждую формочку. Дальше мы берем. Даем. Побираем. Берем наши сливочки. Солить я не буду, потому что все соленое. И сыр будет соленый. А сливочки у меня 10%. И я вот так вот наливаю сливочки. Распределим. Здесь у меня 200 грамм. Стаканчик. Достаточно много наливаем. Разлила я стаканчик сливочек. Сюда берем наш сырок. Так вот. И будем нарезать тоненько сырок. Не знаю, получится у меня тоненько нарезать или нет. Ну, попробуем. А мы, наверное, на три части вот так будем делить и выкладывать. Вот. Поехали. Закрываем. Вот сырком. Выложила я сюда, нарезала кусочки сыра, прямо так поверх. И будем вареничками присыпать паприкой. Прямо по чуть-чуть. Так вот аккуратненько. Так вот я. Еще чуть-чуть. Опа. О. О. Гипута. Все, идем в духовочку. Нашу ставим в духовочку. Хорошо, мы распределяем. И сюда. Так. Так. 200 градусов и 10-12 минут. Все, ждем. Сырок наш расплавился. Все, жульен наш готов. 12 минут прошло. Вот, кушать подано. Вот, расплавился сырок. Паприка там. Вкуснотень. Быстро и хорошо, и бюджетно. Что, дорогие мои, всем приятного аппетита. Желаю вам удачного дня и веселого вечера. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Рецепты мудрой мамы». До новых встреч!